кого так, ради... Стоп, стоп, смотри, подожди, стой, стой, стой. Во Христа облекшийся, то есть мы, когда крестились, мы, когда принимаем крещение, мы в него облекаемся, во Христа. И далее обет, то есть мы в крещении даем обет подражать ему. Это в чем подражать? В делах, в первую очередь, и в том, как выглядит человек. Потому что 96-е правило касается внешнего вида человека. Все 96-е правило касается внешнего вида человека. То есть мы дали обет подражать ему. У Христа была борода? Конечно, была. Да. Он не нарушал законы. 19 глава, 27 стих. Он не мог нарушить этот закон. Он нарушал? Нет. У него была борода на всех иконах, у него борода. То есть это понятное дело. Мы дали обет подражать ему. То есть тот, кто берет бороду, тот уже нарушил обет крещения своего. С Игнатием Тихоновичем, когда я познакомилась, когда мы начали созваниваться, и он сразу говорит о платке, о покрытии головы. Когда он мне сказал о покрытии головы, что всегда должна покрываться, то есть я это приняла как так и есть, потому что я уже от многих людей это слышала, и я сама, то есть носила, снимала. И да, когда я уверовала во Христа, я так возненавидела грех и все, что связано с грехом. Вещи, все, вот я собрала, я прям в тот же день, вот когда уверовала во Христа, когда мне Господь ее обличил, да. А вообще окружающие как, вот они не начали задавать вопросы, почему ты православный, хиджаб носишь, ты там, почему хиджаб-то одел, ты нет, что, ислам приняла? И главное, многие, я говорю, что я не мусульманка, я православная, они даже не понимают, все равно это, они считают меня как будто за мусульманку, хотя мы это мусульман. Это я с мужем выхожу из магазина, а это и был день Курбан-байрам у татар, вот, и была тоже семейная пара, тоже, то есть мусульмане с бородой и женщина с ним в платке, но они, разумеется, свое мусульманское приветствие, на что у меня муж тут же среагировал: «Слава Иисусу Христу, Господу Богу нашему!» Они так: «Серьезно?» Наши, позволительно сказать, женщины все больше и больше раздеваются, раздружились с лифчиками, ходят в летнее время, вообще трясут, понимаешь, теми местами, которые предназначены для выкармливания будущих поколений, под прозрачными всякими майками там, и всякими блузками. Куда от них глаза денешь? Каким образом еще? В уши можно втыкнуть берушу, чтобы не слышать дурацкую музыку из дурацкого транзистора. Но куда ты глаза свои денешь, если ты ходишь по улице, а на улице миллион людей? И среди них ходят в том числе люди такие, которые давно потеряли всякий стыд и совесть. Или они специально так делают, или им так нравится, или их так научили, или они просто не замечают ничего. Как Диоген, живший в бочке, занимавшийся рукоблудием на глазах у изумленной толпы. Вот у меня вопрос. Если плохо одеться с ног до головы, то разве лучше раздеться вообще? Так, как раньше вообще стыдно было даже в баню войти. Не знаю, там жена перед мужем так не ходила раньше в тесной светелке. Значит, как сегодня ходят девчонки совсем молодые. Или наоборот, бабушки уже там, или женщины, которым уже надо стыдно так одеваться. Или молодые девицы, которые привлекают в себя чужие взгляды. Разве это не стыдно?
Главное, знаешь, говорят, вот, а это все, не, это маловажно, это ничего не значит. Златоуст так не считает, он говорит так. Он сказал о внешнем виде. То есть, говорит о покрытии головы. Но явно покрытие головы и борода – это два различных. То есть, в плане, имеется в виду, покрыть голову ты взял, покрыл, там, убрал, да, это меньше. А бороду ты бреешь, свою природную убираешь в себя что-то. И вот он говорит по поводу этого внешнего вида. Он говорит, не говори мне, что это преступление маловажно. Оно велико само по себе, потому что оно есть прислушание. Лишает себя даров Божий, тот, кто это делает. Унижает честь, дарованную ему свыше. То есть ты, мужчина, тебе дарована честь, борода. Ты унижаешь эту честь дарованную, то есть ты унижаешь самого Творца, по сути. Дарованную от Бога же дарно. И не только муж, но и жена. Ведь для нее, то есть для жены, большая честь сохранять свое место. То есть эта жена, которая не покрывается, тоже унижает честь, дарованную ему от Бога. А напротив, постыдно выходить из ее пределов. Жене же повелевает быть покрытой всегда, апостол Златоуст говорит. Есть один из древних документов, называется «Постановление святых апостолов». Постановление. И там мы читаем. «Не должен также и на бороде портить волос и изменять образ человека вопреки природе. Не обнажайте, говорит, закон бород ваших, ибо сие быть безбородом. Создатель Бог сделал пригодным для женщин, а мужчинам признал он непристойным, тоже обнажающий бороду свою, чтобы нравиться, как воспротивляющийся закону. Мерзок будешь у Бога, создавшего тебя по образу своему». Постановление апостольские.